Всех приветствую на своем канале, с вами Аркадий, и сегодня продолжаю играть в игру под названием Некробариста. Итак, мы остановились с вами на истории прогулка к небу. Что ж, продолжим. Сейчас. Что-то, что является частью того, кто ты есть. Я понимаю это, ты мне нравишься, мне в тебе нравится все. И когда я говорю это не потому, что мне нужна другая ты, а потому, что мне важна каждая конкретная часть тебя, потому что... Что это тоже ты. Потому что каждая часть тебя — это часть единого целого, и ты не можешь удалить ни одну из них, не изменив себя. Это похоже на атом, где, если удалить один протон, изменится его состав. И он станет чем-то принципиально отличным от того, чем был раньше. Ты не можешь повернуть свои любимые или наименее любимые части. Потому что когда я говорю, ты мне нравишься, я имею в виду, ты мне вся нравишься. Потому что это единственный способ выразить мои чувства, и это действительно так. Знаешь, ты первый человек, который говорит мне что-то подобное. Я уже слышал подобное на консультациях, но я думаю, что ты первый человек, который сказал, заставив меня поверить в это. Лучший способ солгать кому-то — это просто сказать то, что он, по твоему мнению, хочет услышать. Да, ты все понял. Да, они уходят. Так, о, они снова сюда пришли. Что-то не подозревается, что она призрак. А вы как думаете? Так. О! Ты готова? Я готова, раз ты рядом со мной. Тогда не отпускай мою руку. Он ждал момента, когда фигура Ханы начнет исчезать, как это всегда происходит, когда посетители из загробного мира покидают терминал. Офигенно! Не прошло несколько мгновений, он понял, что ощущение в его руке все еще было таким же реальным и осязаемым, как и по ту сторону границы, отделявшей терминал от мира живых. Вот это поворот. Ты... Я все еще здесь. Завтра мне идти на следующий курс химиотерапии. Скажи, у тебя нет ощущения, что ты уже давно... Хочешь поцеловаться? Давно не целовался. Ой, блин. Интересно, мы ее увидим лысой, раз уж у нее парик. А, все? История закончилась? Ну, это надпись, понятно. Уже несколько раз уже появлялась. Да походите распинать сюжета. Прогулка к небу. Да я уже прошу его. Где? Бильярд 2. Где он? Если вы мне не дадите бильярд 2, я не буду считать бильярд 3. Поняли? Ладно, давайте продолжим сюжет. Да. Да. Мы хотим узнать, что, да как, зачем, почему, как кафе расстанется с долгами. Но, ну теперь у нас Туан, да, у нас Туан готов, то есть вместе Туан не одинок. Опа, 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 это же лестница наверх, я думал, это просто существует лестница, значит, не просто так. День второй, 20:15, вне терминала. Оу. У меня нет сил на это. Особенно, когда все смотрят на меня. Надеюсь, он положил достаточно проводов.
Мой заказ был довольно расплывчатым. Мне не стоит беспокоиться о проводниках, поскольку я даже не уверена, что смогу справиться с этим без каких-либо серьезных провалов. Поставщик знал, для чего мне нужны провода, так что он точно упаковал достаточно. И он знает, что Эшли мне помогает. А так кто говорит-то? Помогайте с чем, Недли? Медли, то есть. Угу. Отвали, Нед. Грубиянка. Как надзиратель идет. Знаешь, ты должна уважать старших. Боже, вы только его послушайте. Совет сделал тебя тюфяком, да? О, уважайте старших, следуйте всем нашим придуманным правилам, или мы найдем какую-нибудь левую причину, чтобы разрушить ваш бизнес. Меня зовут... Меня зовут Нед, и я обожаю правила. Ты закончила? Ага. Круто. Похоже, тебя это задело. Тебе стоит быть милее. Вот снова. Что там сказал парень, которого ты убил? О, Господи, меня подстрелили. О, нет, мне конец. Просто маленькая шуточка для тебя. Я задел за живое? Ты только что... Что я только что? Мэдди. Когда Нед заговорил опять, голос его звучал глубоко и мрачно, с чувством вины и отвращения к самому себе. Если бы Мэдди могла видеть его глаза, она бы столкнулась с его испепеляющим взглядом. Мы быстро достигаем точки невозврата. Я больше не могу обещать защищать тебя от последствий твоих действий. То, что ты сейчас сказала, процитировав мне предсмертные слова одной из моих жертв, это было слишком низко. Даже для тебя. Честно говоря, мне противно. Ты смеешь давить на мое чувство вины? Ты? Тогда давай поговорим о чувстве вины, хорошо? Я сомневаюсь, что у тебя сейчас есть что-то, что давит на твою совесть, так? Как я и думал. Это все еще возможно сильно давит на меня. Но я оправдал свои грехи. У меня были сотни лет, чтобы это осознать и искупить себя своими действиями. А что ты? Твои грехи свежи? Твои грехи свежи. Они словно раны твоей души. Глубокие, порезы в твоей ауре. Умерь свое высокомерие, дитя. Я знаю, что ты сделала. И я не могу дождаться, чтобы увидеть, как ты будешь все исправлять. О, эпизод 5. Тоскливые настроения. Ну хорошо, хорошо. День 2, 2, 20:30, терминал. О! Туан возраст 16. Думаю, что он умный. Не антисоциальный, просто застенчивый. Прочитал кучу статей в Википедии по оптометрии, считает себя экспертом. Ханна, возраст 16, знает, что она очень умна, даже слишком. Хобби – наблюдение за людьми. Эгоистичный подростковый бунт. Пользуется тем, что она очень умна, даже слишком. Так что я уверен, что алкоголь заставит тебя чувствовать что-то, либо... На самом деле, исходя из его химических свойств, я бы сказал, что все наоборот. Соткнись, придурок, мы планируем ограбление. Метафизическими спорами об алкоголе может заняться позже. Но это не метафизика. Я просто говорю о химических взаимодействиях с нашим мозгом. Пожалуйста, возьми энергию, которую ты вкладываешь в педантизм, и направь ее в план. План? План! Какой у нас план? Я думаю о том, чтобы протянуть руку через бар и взять первую попавшуюся бутылку. Звучит рискованно. Так. Это вот этот паренек. Таунт, как его назвали только что на чай, блин.
Туан. Это Нед. Нед, да. Этот вот этот нетрадиционный мальчик. Это она. Вот эта самоумная его девушка Туана. Хана. Вот так зовут. Это Эшли, это Мэдди. Это бывший владелец бара, этого кафе. Насколько я помню, еще осталось два персонажа. Ну да, это Мэдди, это Эшли. Это понятно. Эти нам известны. И вот этот. Ему почти 200 лет. Вроде он еще помнит золотую лихорадку. И что ты предлагаешь? Может, нейтральное добро? Как скажешь. Я бы сказал, что был законопослушным нейтральным, но... Это лишь вариация трусости. Да. Не вернемся к плану. О. Использовать твоего педантизма, чтобы отличить себя изначально по начальству плана. Вау, совсем в меня не веришь. Нужно свести к минимуму обязательства. Пока ты тут играешь шашки, я играю в шестимерные лазерные шахматы вверх ногами. Черт. Я разработал этот гениальный план, и теперь я собираю плоды своего труда. Разве ты не имеешь в виду наш общий труд? Но если ты так настаиваешь... Дай мне посмотреть поближе. Какие же плоды вы сорвали с дерева выпивки? Реально повторяешь мои метафоры, да? Да. Я не узнаю язык на этой этикетке. Что? Дай посмотреть. Какого черта? Я тоже его не узнаю. Может быть, это шифр? Ну блин, ну да. Сидр сделан из сброженного яблочного сока. Шифр сделан из сброженного сока слов. Так, чё? Еще раз. Что? Кто заставит тебя читать шифр только для того, чтобы узнать, что ты пьешь? Садист. О, мы могли бы спросить Мэдди, что это такое. Она же садистка, верно? Да, звучит здорово. Давай найдем ее. Только вот мы специально украли это у нее. А, точно. Мы же согласились на нейтрально хорошем. То, что я не оспариваю это не значит, что я согласилась. В любом случае. Стой, погоди. Я вдруг почувствовал присутствие чего-то зловещего. Ты чувствуешь? Нет, я ничего не чувствую. Ага, я тоже. Попались, голубки. Привет, детишки. А я вижу, вы опустились до мелкого воровства. Ой, мы попались. Я не представляла, что моя карьера в Рыжке закончится так быстро. О, не стоит отказываться от своей мечты, дитя. Кстати, знаешь, что произойдет, если выпить это? Я думаю, что какое-нибудь опьянение. Из-за этого выпадут зубы? Что ж, в последний раз, когда я выпил руку этого пойла, я проснулась в Аделаиде. Вау. Таким... Таким образом, результатом стали 700 километров пьянства и плохих растяжений. А нет. Блин. Но я проснулась за 6 часов до того, как я выпил эту руку. Пришлось возвращаться на арендованной машине объяснить шею, почему я бесследно исчез и случайно попутешествовал во времени. Черт возьми, мы можем это попробовать? Боже, нет. Вы когда-нибудь слышали законы об употреблении алкоголя? Я бы закончил в тюрьме. Я думаю, это был бы отличный опыт для закалки. Ага, если ты не распространяешь алкоголь среди подростков, то ты неудачник.
Почему-то меня не убеждают ваши странные аргументы. Но мы попытались. У вас, ребята, слишком много свободного времени, так ли? Это намного лучше, чем не иметь его в достатке, так? Я использую свое время, чтобы практиковать свои навыки. Это не впустую. Но не существующая индустрия, в которой требуется исключительное умение протягивать руки через бар и красть бутылки волшебной выпивки, быть счастлива принять тебя свиреты. Вау, спасибо за совет. Можно взять по кофе или что-нибудь еще? Горячий шоколад? Я немного занят сегодня, так что я надеюсь, что если подкуплю вас бесплатными напитками, вы перестанете красть их у меня. Я возьму бесплатный напиток. Я сейчас все виноваты, что взяла бутылку, но это была идея Туана. Эй! Но я место приму твое предложение. Отлично, что будете? Горячий шоколад для нас обоих. Горячий шоколад для нас обоих. Хорошо. Два горячих шоколада сейчас принесу. Серьезно, не кради больше ничего за моей спиной, или я скормлю тебя злым элементалем. Мне интересно. Злым элементалем. Может быть, это метафора? Она ведь думала, что съест нас. Она сама злобная элементаль? О, нет. А вдруг настоящими монстрами и были друзья, которых мы свели? Мне не нравится, как это звучит. Ясно. Так, о, новый персонаж? Да, наконец-то еще один персонаж в игре. Там вводят 9 персонажей, и нам неизвестно были еще 2. Вот он, еще один. Да. Саманта. Возраст 32. Американка посещает Мельву по работе. Невероятно терпеливая. Поверьте мне, вы не захотите повстречать злых элементарий. Значит, ты... Да. Я почти попрощалась с жизнью. Я полагаю, у тебя довольно интересная работа. По-всякому бывает. Но злые элементарии неинтересны. Они ужасны. Они высасывают весь воздух из комнаты и создают мир боли. Их легко не победить. Это же жестко. Тебе обязательно понадобятся стальные яйца, чтобы противостоять им в одиночку. И стальной взгляд? Что? Потому что сталь — это жесткий металл. И я сказал, что жестко, а потом ты упомянул стальные яйца, так что... Хана, ну же, поддержи меня. Не, ты сам это начал приятель. Нет. И она совершенно права. Что-то происходит. Ты издеваешься над моими клиентами, Саманта? Конечно, нет. Хорошо, потому что это моя работа. Вам двоим стоит прогуляться. Сегодня веет приятный ветерок. А где Саманта? Она же рядом села, не? Так, наступила ночь. Саманта осталась. Ты помнишь мое имя? То есть, ты помнишь мое имя? Это мило. Конечно, ты интересная. Разве так можно сказать не про всех, кто ходит в твои двери? Ни в коем случае, особенно редко можно встретить таких интересных людей, как ты. Некоторые люди обиделись бы на такое. Твой босс должен быть очень отличается от моего. Ну, от моего старого босса, думаю. Теперь я сама себе босс вообще-то. Извини, я просто пыталась сказать, что твой подход к общению с гостями очень отличается от того, к которому я привыкла. Догадываюсь, где ты работала? Какой-то простой дайв-бар за границей. Скопище подонков и злодеев.
Владелец не задыкался о том, что нужно относиться к каждому клиенту как к королевской особе. По мне так, он как заноза задница. Я не спрашиваю твое мнение, но я ценю твое существование. Итак, могу я тебе что-нибудь предложить? Удиви меня. Хочешь, чтобы я тебе что-то выбрала? Ага. Не возражайся, если начнем с пары вопросов. Они имеют отношение к выпивке? Да. Задавай. Окей. Какое твое любимое белое вино? А, ты же не делаешь на вины коктейль, правда? Ха-ха-ха, нет. Никогда не откажусь от бокала Марсаны. Блин. О. Шикарно. Следующий вопрос. Ты когда-нибудь читала гороскопы? Астрологически? Нет. Почему? Я не верю в мистику. Так, это значит... Эй, это место не мистическое. Все здесь основано на непрожимых фактах. Я просто еще... А, не стоп. Ай, это место не мистическое. Я все еще... Все здесь основано на неопровержимых фактах. Я просто еще не до конца разобралась. Хорошо. Ладно. Последний вопрос. Ты идешь по мегаводе океана, который, кажется, бесконечно уходит вдаль. Ты не можешь видеть никакой земли, кроме песка под ногами. Всякий раз, когда ты делаешь шаг вперед, песок немного утопает. Насколько ты можешь видеть, нет никакого способа сбежать. 13 квадратиков. Что бы ты сделала? Вау, это что-то в духе Войткамфа? Очевидно, это какой-то тест. Я побегу, я поплыву, я буду нырять, если понадобится. И если в конце концов утону, так тому и быть. Все равно больше некуда идти, и нет смысла сидеть и ждать голода смерти, или акул, или надеяться на спасение. Я должна действовать. Интересно. Итак, каков вердикт? Саманта не получила ответа. Глаза Мэдди остекленели, как только она получила ответ на последний вопрос, и теперь она стояла совершенно неподвижно, пристально глядя на ряды пыльных бутылок, стоящих на столько же пыльных полках. Ее губы шевельнулись, но она не принесла ни слова. Саманта заметила, как бутылка с красной жидкостью дернулась, по-видимому, сама собой. Мэдди посмотрела на бутылку и нахмурилась. В ответ бутылка поменьше, рядом с первой, начала сиять. Она была достаточно большой, чтобы в нее поместилось несколько капель чего-нибудь. Ее хмурый взгляд сменился кривой улыбкой. Сама бутылка хочет. Пожалуйста, не нужно для меня открывать ничего нового. Надо. Попалась. Твои ответы были интересны. Как и твои вопросы. Однако у меня все еще есть небольшая проблема с пониманием того, как оно связано. А это важно? Я пытаюсь сохранить смутную надежду, что когда-нибудь все обретет смысл. А что тех пор? Я просто пытаюсь плыть по течению. Хе. Прости за эту попытку психоанализа. Попытку? Ты думаешь, что потерпела неудачу? Нет. Какой тогда вердикт? Ну, во-первых, ты склонна принимать вещи таким, какие их видишь. Ты не пытаешься создать вещи, основанные на несуществующих доводах или сложных шаблонах. Тем не менее, ты пытаешься понять связь между вещами, когда это возможно.
Но для тебя это не имеет большого значения, если не получится. Ты просто помечаешь это как неизвестную перемену и двигаешься дальше. Это... И это звучит как очень прагматичный подход. Ты согласна? Наверное. Ты из тех, кто покупает напитки, чтобы наслаждаться ими. Ты покупаешь их как камуфляж, чтобы скрыть свое лицо, создавая видимость того, что ты неприкасаемый, пока ты наблюдаешь. Наблюдаю зачем? За всем, я полагаю. Ты смотришь на многие вещи точно так же, как... Ага. Итак, ты говоришь, что я внимательна, но я не беспокоюсь о мгновенном понимании того, как взаимосвязано. Потому что ты уверена, что в конце концов ты все равно поймешь это. Как ты это поняла? Ты все это время следил за моими руками. Это странно. Смотреть, как привлекательный бармен смешивает очень необычный коктейль, чтобы оценить умение? Нет, но учитывая, насколько ты заинтересована в том, что делают мои руки, держу пари, что у тебя есть некоторый опыт в этой области. Чпоньк. И ты совсем не понимаешь, когда с тобой флиртуют или... Я? Все хорошо, дорогая. На самом деле, это все довольно мило. Я имел в виду в алхимии. Область алхимии. Ага. Я не сомневаюсь, что ты очень опытная. В алхимии. Просто возьми напиток. Черт, а это действительно неплохо. Да? Слишком хорошо, чтобы проигнорировать. Да. Он немного дымный, но горько-сладкий и почти заставляет меня чувствовать, что что-то подходит к концу. Как будто у тебя комок в горле от прощания. Но я не могу полностью понять это чувство. Расскажи, что ты вообще туда положила. Мескаль. Настойку артишока, настойку золотого сердца и дольку гориллового лайма. Горилловый лайм? Ты это сейчас сама подумала? Его просто трудно достать. Я назвала его так, потому что если ты откусишь его, появляется ощущение, будто тебя ударил горилла. Физически? Нет, эмоционально. А, тогда понятно. Я не волшебник. Докажи это. Тот парень, это босс, которого ты упоминала? Да. Он хорошо к тебе относится. Прости. Он хорошо к тебе относится. Да. Настолько хорошо, что это даже рационально не объяснить. Тогда хорошо. Вообще-то, извини, я вдруг вспомнила, что мне надо бежать. Нужно немного поработать над одним проектом, чтобы закончить к утру. Но без тебя тут. Кто поможет утолять мой алкоголизм? Ты можешь просто пройти на руку через бар и взять джин. Тоник в холодильнике бар. Ладно. Позволяешь клиентам ковыряться в баре, Мэдди, это плохой поступок. Это плохо. Нельзя позволять клиентам ползать в твоем баре. Как ты это с Туаном и Ханой, да? Вроде, да. С Туаном и Ханой поступила. Но скорее возвращайся. Я хотел бы обсудить с тобой алхимию. Ага, увидимся. Погоди, и последнее. В чем был смысл вопроса о том, какое вино мне нравится? О, мне просто было любопытно. Все? Ага, вот он проект. О, вот он тот самый подвал с кругом, который был в самом-самом начале, еще в первой серии, которую я только снимал. То есть проходил. То есть сейчас 10-я, а та была первая. 9 серий назад. Это последнее, полагаю.
А в ней есть волшебные заглушки? Я думаю, есть. Я думаю, есть. Знаешь, ты можешь просто назвать их пробками. А. Знаешь, ты можешь назвать их просто пробками. Пробки созданы для чего-то другого. А. Я понятно. Я отказываюсь использовать неспецифический язык. Ого. Да, они здесь. Хорошо, а что насчет этой штуки? Тебе нужно быть немного конкретнее. Ну, ты знаешь, эта штука и искрящаяся штука электрическая. Милая, давно ты не спишь? Я думаю, лучше не знать. Ты имел в виду регулятор напряжения? То самое. Именно о нем я и говорила. Он в одной из коробок, хотя я не думаю, что нам нужен новый. Ты шутишь? Последний буквально расплавился. Хорошо, что у меня супер крутая металлическая рука, иначе бы мне сильно досталось. Ага, слава богу. Чего-то не хватает? Я должна проверить. Хочешь экспресса? Я думаю, что я буквально помру, если еще выпью. Эй, а это очень по-взрослому. Молодец. Ага, ты можешь принести мне немного шоколада, если не лень. Будет сделано. Минуту. Так, она схитрила. О, эй, приятель, где ты где был? Йоу. Просто отдыхал. Не так много дел, когда ждешь смерти. Эй! Да ладно, Купер, хватит уже прятаться. Подержи это, ладно? О, забыл, что зовут Купер. Ты действительно это сказал? Да. Ты в это веришь? Не уверен. Ну, это не ложь. Но... И это еще не вся правда. И у меня нет времени разъяснять это тебе. У меня голодный подросток внизу, требующий завершения ритуала призыва. А она тоже участвует в этом? Не говори со мной таким осуждающим тоном. Эй, я даже не пытался читать тебе морали. В последнее время подобного все больше и больше. Я просто пытаюсь сделать всех счастливыми. Непростая работенка. Не то слово. Опа. А он тоже внизу, да? Хорошо, теперь, если ты можешь спаять эти два провода... Нет, не эти! Черт возьми! Кто тебя программировал? Держу пари, она дура. Невероятно умная, но очень плохой программист. Ты говоришь о себе, да? А-а-а! Вау. Ты действительно не себе, да? Откуда ты вообще это взяла? Набедренная кобура. Ты не носишь набедренную кобуру? Плечевая кобура. Твой протез? В нем скрыто 6 миллионов ножей. Даже не спрашивай меня об этом. Я здесь эксперт. Эй, нужна помощь? Чувак, подумай хорошенько, готов ли ты умереть? Нет, я не это имею в виду. А... Раз так, думаю, ты можешь помочь. Прежде чем ты это сказала, с чем помочь? Что ты вообще делаешь? Мэдди вроде бы на вокруг призыва. Что-то вроде того. Ты когда-нибудь хотел жить вечно? Я поменял вечную жизнь на второй шанс, если честно. Что ж... Принеси мне ту коробку, пожалуйста. Ты не можешь просто так оставить это без ответа? Смотри. И пока ты смотришь, как я оставляю тебя без ответа, сходи за коробкой. Спасибо. Да, это так. Она правда тяжелая. Что в ней? Блин. 100 метров толстого медного кабеля, куча конденсатов, которые собираюсь подключить в ближайшее время, и куча всякой всячины. Тогда понятно. А еще там куча зажимов.
Итак, что тебе нужно? Признание, шоколад, кафе, кофе. Школьная система, которая не наказывает меня за странные и узкоспециализированные интересы. Я имею в виду большее... Коммунизм! Я не думаю, что могу создать для тебя коммунизм, извини. И разве Мэдди Эд уже не несет тебе шоколад? Ты ужасный товарищ Кишан. Блин, она хочет построить коммунизм в кафе? Если бы я была близка к достижению LD50 кофеином, я бы попросила у тебя немного кофе. Поэтому все, что ты можешь мне помочь сейчас, это дать мне это желанное признание. Ну ладно. Ты правда крутая? Хороший человек. Я не знаю, какое признание ты хочешь получить. Я чувствую, что застрял в петле попыток, которая неизбежно приводит к твоей удаче, и я не узнаю, не знаю, стоит ли винить себя, что я недостаточно хороша в невероятно сложной задаче. Я привыкла без особых усилий быть хорошей во многом, но я чувствую, что мой мозг полон неизбыточных планов, и смогу ли я принять неудачу, но не думаю, что смогу. Я не готова к неудаче, все мое восприятие себя состоит в том, что я хороша во всем. Я одарена, талантлива и невероятно боюсь, что подведу людей в жизненно важный момент. Например, в этот момент. Но я просто сижу здесь, как парализованная. И я осознаю, что большая часть этого нагнетения – это просто мое жесткое отношение к себе. Но Мэдди и я, мы уже пытались это сделать. И это был серьезный провал, это была катастрофа. Я не преувеличиваю, все это было просто ужасно. Итак, даже со всей подготовкой, которую я проделала, будет ли это достаточно? Достаточно ли мы изучения, чтобы сделать все правильно? Цифры, формулы, точные науки – это хорошо, но я не могу избавиться от ощущения, что все испорчу. И я так боюсь подвести Мэдди. Представь, насколько это тяжело, подруга. Правда? Да, правда. Я не знаю, что сказать на это, кроме как... Я не думаю, что Мэдди когда-нибудь разочаруется в тебе. Я знаю, что пропуск здесь всего 2 дня, но она и Шей, кажется, действительно заботится о тебе. И я уверен, что это так же, что-то так же они воспринимают тебя такой, какая ты есть, со всеми недостатками и прочим. Хотя, по моему мнению, честно говоря... Ты изучаешь такую сильную энергетику, что плевать всем на твои недостатки. Или что ты без разбора пробираешься сквозь недостатки с какой-то грубой, подпитываемой кофеином яростью. Во всяком случае, ты невероятно сильна, и я боюсь тебя. Ладно. На самом деле, я никогда не был супер умным или одаренным, или кем-то еще. Я просто ходил в школу и на работу, и никогда не пытался сосредоточиться на чем-то другом, кроме как на том, как отлично провести время. Хотя я определенно могу себе представить, какое давление ты ощущаешь на себе, особенно учитывая, насколько тяжела эта задача. Ага. Поэтому, хотя я не могу с уверенностью сказать, что это будет легко или что все пройдет хорошо, я думаю, важно, чтобы ты постаралась избавиться от груза своих ожиданий. Но... Это совсем не просто, я знаю. Мой парень такой же. Он слишком требован к себе, когда чувствует, что может не справиться. Так это не пройдет? Скорее всего, нет. Я думаю, с этим становится легче справиться, когда ты учишься прислушиваться к себе. Самопрощение и все такое. Ему потребовалось несколько лет, чтобы хотя бы начать справляться с собственным чувством стыда. Ха. Думаешь, что смогу попробовать это? Ты можешь попробовать. Или... Ты можешь продолжать чувствовать себя все время очень плохо. А вообще, когда ты так говоришь... Да. Бесит то, как рационально это звучит. Я знаю, знаю. Я сам себе противен. О! Привет, ботаники. Что тут происходит? Что? Ты вдруг в хорошем настроении. Возможно, я съел немного твоего шоколада. О, клянусь, если там ничего не осталось... Да-да, мы уже обсуждали это. Ты убьешь меня. Но не волнуйся, я съел совсем чуть-чуть. Прекрасно. Это ваш шоколад или просто нормальный шоколад? А нет.
Ему стоит знать? Я не знаю. Мне нравится ощущение загадочности. Это же совершенно нормально, Шоколад, да? Возможно. А может и нет. Тогда можно и мне немного? Ну же, ты у меня в долгу. Нет, ну же, ты у меня в долгу. За что? Я совсем тебе помогаю. О, да, справедливо. Это совершенно нормальный шоколад. Да, а что ты ожидал? Ну, вы намекали. Мы ничего не намекали. Ты придумал это все сам. Я... проклятие. Ладно, мне скучно. Увидимся позже, придурки. Даже не смей, дорогуша. Это магические заглушки даже наполовину не готовы. Я закончу позже, а пока я пойду взрывну над этим столом. И если кто-то меня побеспокоит, то... ну же! Тот будет счастлив? Смущен? Защекотан? Очень голоден? Я буду... Упоминаешь меня в своем дневнике? Я потом жестко отомщу вам двоим! Боже, эта фраза вообще не начинается с М. Пока! Ладно, она под стол. Хе. Я ведь не слишком строг с ней, правда? Ты? Нет, она думает, что ты клёвый. Хм, хорошо. И, возможно, ей стоит передохнуть, но... В смысле, просто я сейчас многого от нее ожидаю. Она кажется немного перегруженной. Блин. Но она бы... сказал мне, если бы это было слишком серьезно, надеюсь. Не знаю. Кажется, она что-то боготворит. Не знаю, кажется, что она боготворит тебе. Я думаю, она бы с радостью отдала свою жизнь для тебя, понимаешь? Я? Она мне просто нужна в ближайшие 4 или 5 часов. Потом все будет хорошо. Это из-за ритуала? Ритуала? Да. А что это вообще? Ритуал проводника. Супер запретная магия. О, круто. Тебя не очень сильно это интересует, или... На самом деле, я не очень сильно. Почему? Ну, знаешь, я говорю с Недом, и... А что было после этой фразы, мы узнаем в следующей серии. С вами был Аркадий. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. До скорой встречи.